Куда же все ушли? Для воинской потехи. Я слышала, Тюр вроде бы добыл его в бою. Это волк, что был у источника! Посмотри, какой вырос красивый зверь! Какая мощь, а? Ясный взгляд, крепкие ляжки. Он явно хорошей породы. Глупцы. Если он станет так расти, то через месяц и луну проглотит. Я знаю, о чем ты думаешь, Хави, но это не твой враг. Знаки приближения Рагнарёка будут ясны, я уверен. Тюр, ты бросаешь кости в игре, в которой не смыслишь. Может и так. Но я готов рискнуть. Пусть цена будет высока. Я заплачу. Сейчас важнее война с йотунами. Что тебе сказал каменщик? Каменщик, скажи-ка, где Фрея? Дают Тору советы, как управлять войском. И оба тому не рады. Тогда идем. Все вы должны слышать, что я скажу. Каменщик говорил с тобой? И все показал? Да, да. И что? Он использовал священную воду? Верно. Язык твой нынче в узде, в отличие от гнева, Хави. Пожалуй. Эти знаки твои воины. А вот здесь... Довольно ворожить, женщина. Просто скажи мне, где враг, и я покончу с ним. Хави, ты тревожишься? Каменщик показал мне свое искусство. Он сотворил щит, и чужаки, коснувшись его, погибли. Так это добрая весть. В твоем лице я читаю иное. Боюсь, цена слишком высока. Что ему нужно? Ты. Я? Асы не трелы, чтобы их продавать. Дайте я вышибу ему мозги. Не горячись, спокойно. Обсудим. Здесь нечего обсуждать. Каков был твой ответ? Что решить можешь лишь ты сама. То есть как? Ему не отказали? Пришлось уйти от ответа, чтобы выиграть время и что-нибудь придумать. А если не придумаешь, то отдашь ему меня? Я с ним поспорю на его печень, что он все построит даром. Возможно, следует... Я не стану торговать собой. Вот это новость. Погодите, придумал. Может, лучше дать ему молотом промеж ног? Все эти споры ни к чему не ведут. Дайте ему невыполнимую задачу и срок дней в 9. Когда же каменщик потерпит неудачу, Фрея будет свободна, а мы завершим его труд. Не глупец же он, чтобы согласиться! Ты недооцениваешь умных людей, владыка Гурь. Каменщик гордится собой. Он не отступит, встретив вызов. Мне это не по нраву. И мне, но выхода нет. Локи, договорись с каменщиком. Я все исполню, высекатель рун. Ты споришь с силой, которая не подвластна тебе. А ты очень желал этой сделки. Мы асы. Она вана. Берегись, не приближайся! Волк! Волк! С дороги! Этот волк мой! Не мешать, я его поймаю.
Я наточу свой топор от твоей клыки, ну и тварь! Чудовище! Вот так охота! Я прикончу его. Не трогайте волка! Этот зверь мой! Тебе ли суждено погубить меня? Я восставший из мертвых! Я оживший дух! Я не умру! Посмотрим, кто сильнее, твой жребий или моя воля! Пощажу тебя. Ты отступишь? Тебя предупреждали, и вот чем кончилось! Хави, нет! Пощади! Дороги, Локи! А твоя клятва не проливать мою кровь? Отступи, и я ее не пролью. В нем моя кровь! Что? Это мой сын! Ублюдок! Тюр, ты выкормил этого волка. Ты станешь его стражем. Вези его на Люмпе, посади на цепь. Позаботься, чтобы он не покинул остров. Я спрошу Дверга Ивальди. Может, он сумеет отыскать решение. Пойдем. Все будет хорошо. Будь добр к нему, справедливый. Локи,
Ты за это ответишь. О, в этом у меня сомнений нет. Мне просто любопытно, Дверг. Не хотел тебя задеть. Я всего-навсего ищу знаний. Дверги ничего не дают даром. Прошу прощения, что помешал, мастер-кузнец. А теперь мне пора идти. Что ты хочешь получить сегодня, Хави? Бездонные штаны, вдруг обделаешься на поле боя? О чем ты говорил с каменщиком? Хави, мой добрый тюремщик, ты же знаешь, дверги ничего не дают даром. Хочешь услышать ответ? Предложи мне достойную плату. Какую? Нечто открытое лишь тебе, зоркое око. Поделись со мной своим тайным знанием мира. Солнце и луну возят днем и ночью по небу два могучих коня. А зовут их Скринфакси и Хримфакси. А роса, что выпадает каждое утро, это пена с губ Хримфакси. Занятно. Спасибо, Хави. А, чего хотел этот мешок овечьих кишок? Он спрашивал, как действуют чары на хук асгардцев. Зачем ему знать, как действуют чары на меня и мой дух? Не на тебя, Хави. На всех вас. Равно на асов и ванов. Я же в ответ велел ему проваливать. Если это все, что тебе нужно, проваливай и не мешай мне. Есть еще просьба. Выкуешь цепь, которую не разорвать. От цепей мало толку. Одно слабое звено, и все. Я сплету такую привязь, что не порвать и Тору. Она должна удержать чудовищного зверя. Всю свою силу я вложу в этот труд, Хави. Все свои знания и все мое искусство. А что я получу взамен? Благодарность и кров. Чего тебе еще нужно? А, глупо торговаться с тем, кто держит тебя за яйца. Ты всегда можешь вернуться в землю огня, Ивальди. И умереть, как твои братья, зажаренным. Для этого мне понадобятся небывалые вещи. Назови. Вот тебе список. Медвежьи жилы есть, дыхание рыбы и... Что это? Кошачьи шаги и корни горы? Да где же такое взять? А мне почем знать? Загадки подскажут тебе. Мне сейчас не до загадок, Дверг. Эти загадки стары, как сам мир. Праотцы дали их нам. Ни и Ниди, Нордри и Судри, Аустри, Вестри, Альтьёв. Мне все ясно. Я скоро вернусь. Двален, Бивур, Бавур, Бёмбур, Нори, Аль, Анар, Ойн...
Слушай, Фрей, как ты залез туда, котик? Вот, значит, как. Что ж, иди, ловкий. Отсюда только вниз. Готово. Кто знал, что можно поймать звук? Жизненный. Что благородный олень забыл так далеко от Игдрасиля? При виде столь величественного существа у меня сердце трепещет. Последую за... Здесь мне точно не рады. Вот гора, что мне нужна. Ничего выше здесь нет. Thank you.
Клянусь, дверги любят загадки больше женской ласки. Вот оно, семя в каменной хватке гор. Чтобы освободить его, нужен жар. Семя не пустит корни, если не положить его в воду. Отнести корень Ивальди, пока не поздно. Посмотрим, что ты сделаешь из них, Ивальди. Звук кошачьих шагов, Евсик. Мне удалось найти все, что ты просил. Скоро ли ты сплетешь волшебную привязь? Как только она сама захочет. С такой магией спешить нельзя. Она течет, как пожелает. Пришли весть, как будет готова. Кстати, к слову о Хуг. Тут заходил один мой родич, кое-что рассказал. Не верю я в совпадение, так что слушай, Даррен. Что он сказал? Мол, Борин, муж его сестры, выпил тут мед из Йотунхейма. И его Хуг оказался в теле козла. Чтобы дух Дверга очутился в теле козла? Что еще смешней, сестра и не заметила. Хави! Меня в это не втягивай. Башня почти завершена. Не бойся. Время течет очень быстро. И все же не слишком. Я чувствую, что меня ждет западня. Тому, кто чувствует западню, легче ее избежать. Ты что, действительно хочешь отдать меня каменщику? Ты краса Асгарда, хозяйка Фолькванга, пасущая павших. Конечно, не хочу.
Звучит так, словно я ценная вещь, с которой жаль расстаться. Не стоило тебя использовать. Я заставлю каменщика выложить мне всю правду. Скверное извинение, но лучше, чем ничего. А после каменщика возьмись-ка за подлеца Локи. Он постарался, чтобы мы угодили в эту западню. Если это козни Локи, я покараю его, невзирая на побратимство. Эйвор, ты пробудился? Да. Туман рассеялся внезапно. Я могу рассказать часть, но потом меня будто выдернуло оттуда. Пока что не стоит. Вернемся к этому позже. Да. Как только буду готов.